Шадринске начался капитальный ремонт моста через реку Исеть. Работы стартовали согласно планам. Глава города Антон Мокан проинспектировал объект и обсудил с подрядчиком этапы и детали проведения работ, а также схему движения транспорта на период реконструкции. Подрядная организация у нас работает, агент-подрядчик – это «Автодор Северо-Запад». Соответственно, в помощь у него работает «Грандстрой», который сейчас находится, техника уже на мосту работает. Работы все запланированы, график все составлен, сроки все установлены. Пока ребята двигаются в рамках графика, отставаний нет. Я думаю, что согласно графику мы все работы выполним в срок и закончим. У нас сроки стоят до 1 ноября, мы должны закончить все работы. В час пик появляются пробки на мосту, но придется немножко потерпеть, потому что по-другому здесь ремонт никак не произвести. Так что и прошу еще раз всех отнестись к этому пониманию. В ходе работ на сооружении проведут ремонт опор сопряжения и тротуаров. Полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части, а также обновят ограждения и установят новое освещение. Мост разделен на две части, установлены дополнительные светофорные объекты, установлены ограждения, сделали, значит, нерегулируемые, сейчас подключили перекрестки, это Пионерская, значит, Комсомольская и также по улице Кирова, значит, и Володарского. Капитальный ремонт этого моста не проводился с момента его постройки. В ближайшее время работы также развернутся на путепроводе и мосте через реку Канаш по улице Щеткина.